И снова тоже зло, тоже утро начало дня, как будто на улицах по инструкции играет смута. Люди вокруг куда-то спешат, иногда делают только стоп, когда возле светофоров стоят, курят или впустую пиздят. У каждого в глазах я вижу печаль, как прижимает системы, убивается мораль. Мне очень жаль, что даже скитов с недострадужные краски, только от собак мы получаем ласки. Для чего мы встаем так рано, куда мы целимся и какая нам дана свыше награда? 90-е не прошли времена Египта, когда рабы трудились за еду, когда еще не достроена была та самая пирамида. Человек судит человека по его внешнему виду, люди лишь ценят только красоту картины. Это неизбежно, апокалипсис, близко, нет спасения, оставьте свои надежды. Это неизбежно, апокалипсис, близко, нет спасения, оставьте свои надежды. Это неизбежно, апокалипсис, близко, нет спасения, оставьте свои надежды. Богатство разграбит блядство, можно уже сказать, идет полная идентификация каждого человека. На жопе пришитого больше одного чипа, не в моде простые бабы, прокачанные губастые в топе сисястые шалавы, что живут на халяву за счет рогатого, что верит в любовь под тем старым нравом. Но его уже план провален, дауны не редкость, дауны повсюду, что даже не могут поднести или помыть за собой посуду. Ленивость, деградация, кто-то что-то придумал, это по всему СМИ сенсация. Человечество интересно идет куда, может вернуть те старые времена, когда по миру шла большая чума. Это неизбежно, апокалипсис, близко, нет спасения, оставьте свои надежды. Это неизбежно, апокалипсис, близко, нет спасения, оставьте свои надежды. Это неизбежно, апокалипсис, близко, нет спасения, оставьте свои надежды. Конец спасения, оставьте свои надежды. Аааа!